Друзья, важная информация по заметкам на ваших iPhone или iPad, неважно. Если вы забыли пароль, что в этом случае делаете и какая есть информация на сайте Apple. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Друзья, о чем нам говорит сама техподдержка Apple у себя же на сайте? Блокировка и разблокировка заметок на iPhone или iPad с помощью пароля функции Face ID или Touch ID можно защитить заметки, содержащие ваши персональные данные, к примеру, сведения финансового или медицинского характера, а также данные для входа на веб-сайт. Блокировки заметок. Начиная с iOS 16, заметки можно блокировать двумя способами. Для блокировки заметок можно использовать код пароля iPhone, или можно создать уникальный пароль только для заметок. Оба варианта обеспечивают безопасность информации благодаря ввозному шифрованию учетных записей iCloud. В случае использования код пароля iPhone не нужно создавать и запоминать отдельные пароль. При получении доступа к заметкам iCloud в нескольких устройствах Apple необходимо использовать код-пароль или пароль входа для соответствующего устройства, чтобы разблокировать его. Уникальный пароль для заметок нужно обязательно запомнить, поскольку без него не удалось получить доступ к заблокированным заметкам. Если вы забыли пароль, нажимаем «Сброс пароля заметок». Чтобы разблокировать заметку, необходимо ввести пароль, с помощью которого она была заблокирована. Если вы забыли пароль заметок, компания Apple не может помочь вам восстановить доступ к заблокированным заметкам. Можно создать новый пароль заметок или использовать вместо него код-пароль устройства. Короче. И так как понимаете, что решение действительно здесь нужно вспоминать пароль, потому что не всегда получится у вас сбросить. Хотя у меня получалось сбрасывать пароль. То есть вам нужно попытаться ввести новый пароль, если у вас получается так, что вам нужно ввести старый, чтобы поменять на новый, то тут уже, к сожалению, ничего не получится. Но попытка сбросить есть не на всех устройствах выбивает так. Поэтому, ребята, старайтесь. Я думаю, у вас все получится, но информация гласит о том, что действительно не получается сбросить заметки. Также напоминаю вам, друзья, что есть полезные ссылки в описании под видео, в закрепленном комментарии. Ныряйте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал Just Run, мотоциклетный канал. Принимайте участие там в розыгрышах. Каждую новую 1000 подписчиков будем разыгрывать призы. Вот как-то так. Дальше больше. Скоро увидимся.